Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей, а до Голгофы 5 коротких дней. Вот постилают под ноги одежду, так и Иисуса не встречали прежде. Ликующий живой людской поток сейчас не мог остановить никто. И эхом до небес взлетала слава: «Благословен грядущий царь Осана!» И поднимали ко Христу детей, а до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее. И над толпой печальный взгляд Христа, уж виден тень Голгофского Христа. Обезображены злобою лица, венок терновый, трость и багряницу. Он слышал свист бича и звук плевка, бесстрастные удары молотка. И вновь головкам нежным прикасаясь, благословлял любовью нежной он. Еще немного, его казалось, евреи возведут на пышный трон. Но знал Иисус, недолго время славы, и превратится торжество во тьму. Пройдет всего 5 дней, и станет явью то, что теперь открыто лишь ему. Распятие совершится очень скоро, толпа не знает, знаем мы с тобой. И к Иисусу, направляя взоры, разделим с ним мучительную скорбь. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно с Христом пройти, но, зная то, что знал Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус так близко от ужасной цели, преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник, в преддверии страданий помолчим. С благоговейным трепетом и болью Он ради нас пожертвовал собой. За грешный мир Господь пойдет страдать, а до распятия дней осталось 5. Аминь.